Привет, друзья! Что у нас сегодня на канале? Естественно, это ваши долгожданные аккумуляторные перфораторы. Но аккумуляторные перфораторы мы сегодня решили протестировать малыши, потому что много тут новинок. Ну как, много, две точно новинки, которые вышли совершенно недавно. Это вот этот перфоратор от компании Metab BH18 LTX BL16. И данный инструмент DCH172. Два перфоратора буквально в один период вышли. Позиционируются перфораторы как монтажные, как... Кстати, давайте за остальных, наверное, представим. Это у нас DCH171 от Makita. Он, по-моему, самый первый вышел на рынок из компактных перфораторов. А затем подошел фистуловский BHS18. Кстати, интересно, кто для фистулов делает? Сами фистулы ничего не делают. И имеется в виду из перфораторов, точно. Ну, мы так еще для дичи взяли еще китайский перфоратор Z-Track. Это совсем дешманский вариант. Ну, просто для того, чтобы понять, что он вообще может сверлить, не сверлить. Давайте пройдемся по комплектации. Шуруповерт Z-Track — самая дешманская бюджетная тема, но он один из самых богатых. За 4500 он идет в чемодане с зарядным устройством и одним аккумулятором. Аккумулятор якобы на 4 ампер-часа. Понимаете, да, что хороший 4 ампер-часа аккумулятор там в принципе быть не может, потому что один аккумулятор 4 ампер-часа у Makita стоит около 5000 рублей. Кстати, зарядка на Z-Track выглядит очень печально. Блок невесомый, такое ощущение, что это коробка с воздухом китайским, и он на китайского воздуха заряжается. Очень легкий. Далее, дуолтский перфоратор идет в коробке. У него идет в комплекте такая поясная клипса, рукоять и ограничительный упор. Все, в принципе, неплохо. Клипса у него шикарная, мощная. Мне очень нравится. Про перфоратор Makita можно сказать, что в комплекте, в принципе, кроме рукоятки и ограничительного опора, вообще-то ничего и нету. И даже почему-то зажали поясную клипсу, потому что в коробке я ее, к сожалению, не нашел. Стоит отметить, что есть вариация аккумулятора и без аккумуляторов. Вот, кстати, у метабовского перфоратора вариация без аккумуляторов. Вариация в чемодане выглядит вот таким образом, а вариация в коробке. Там идут, по-моему, 5-амперный аккумулятор, да, или Power. А вариация в коробке идет вот так вот. Кстати, у них еще 12-вольтовая есть версия. Она на 20% примерно слабее, но она легче. Здесь в комплекте только ограничительный упор, но рукоять уже все-таки стоит. Все. Самое кучерявое — это перфоратор от компании Festool. Фистул идет в сфирменном системе. Стоит обратить внимание, что один системный около 5000 рублей стоит. Тоже здесь идет упор и рукоять. Кстати, он такой самый тяжелый, наверное. А клипсы у них сделаны интересно. Смотрите, здесь уже готовое решение на одну сторону и на другую. Не нужна клипса — сложили, нужна — выдвинули. Это, на мой взгляд, это очень круто, удобно. Рукоять на фистуле достаточно симпатичная, в руке она лежит хорошо. У макитовского перфоратора резиновая, классная, антивибрационная. Здесь почему-то на фистуле не сильно видно, чтобы она была какая-то антивибрационная. Ну, хрен узнает. Она какая-то просто приятная на ощупь. Метабовский перфоратор имеет совершенно простейшую и самую самая беспонтовая рукоятка, пластиковая, колхозная. Хотя ценник 14 тысяч рублей, могли бы сделать хорошую, хотя бы резиновую. Вот рукоятка на DeWalt'е мне очень нравится. Смотрите, как она хорошо гасит вибрацию. Но что-то вот у Makita такой функции, кстати, нету. В основном, конечно, эти перфораторы зачастую используют без дополнительной рукояти, потому что сверлят, как правило, держат какую-то конструкцию, брибуривают. Одна рука занята чем-то в руках ты держишь, правая рука у тебя с перфоратором. И зачастую это используется без ручки, или же это используется инструмент вот таким вот образом, когда вторую руку вы кладете вот сюда. Здесь удобно, это резиновая накладка, площадка большая, класс, удобно. И под большой палец сразу раз переключатель. Это мега удобно. И реверс выполнен тоже сверху под большой палец. Мне здесь тоже эргономика данного перфоратора, на мой взгляд, одна из лучших. И обратите внимание, подсветка рабочей зоны снизу здесь организована. Тоже удобно. Сторона производства — Китай. Перфоратор Metab. Здесь резиновой накладки нету. Площадка поуже, чем и не совсем удобно сделана. Здесь переход вот из этой узкой части в эту широкую часть. А здесь на DeWalt это сделано как-то равномерно.
И вот этот переход не позволяет его нормально здесь вот взяться. И плюс ко всему этот выключатель, он тоже здесь мешает. Выключатель классический, крутилочка. Ну, на вкус и цвет. Фиксация неплохая, поворачивается легко. Опять же, вот именно вот так вот держать его не совсем удобно. Какой-то он рубленый, квадратный. Вот эргономика у него немножечко вот прям, на мой взгляд, конечно, это все субъективщина полная. На мой взгляд, эргономика отстает. Это не значит, что вы сидите дома, у вас линейка коммуляторного инструмента Metabo и такие: ой, из-за того, что там углы рубленые, не возьму, возьму себе, наверное, DeWalt. Ну, нет, конечно. Вообще, эти перфораторы мы сравним чисто для интереса, потому что, скорее всего, кто собирал линейку, да, тот, скорее всего, на ней остановится. И изначально линейку собирать с перфоратора в принципе никто, наверное, не будет с аккумуляторного. А далее пошли аккумуляторный перфоратор Makita. Рукоять резиновая удобная, в принципе, неплохо. Площадка это... Вот здесь, кстати, площадка чем-то напоминает DeWalt, она тоже удобная. А светодиод снизу. Здесь, кстати, я не забыл добавить, что светодиод тоже снизу. Но могли бы его чуть ниже поставить. На самом деле было бы неплохо. Мне нравится, что у Makita немножко углубленный и защищен светодиод. В DeWalt тоже такая защита. В DeWalt он самый яркий. Смотрите, две лампочки у него. То есть вы сейчас сравните, да, как работает. Не знаю, наверное, на камеру это не будет видно, но DeWalt должен быть значительно ярче, да? И с Metabo тоже сравниваю. DeWalt всегда славился подсветкой. Шуруповерты их всегда были вне конкуренции. Давайте попробуем немножко пощупать. Фистул. Фистул это из категории... У нас вот есть топ из дешмана, грубо говоря, Z-Track, да? И топ из дорогого. Это вот этот вот. Фистул. На самом деле он даже немножко мощнее, чем эти перфораторы. И, возможно, его не стоит даже было в этот тест вставлять, потому что у него вес 1,7 килограмма, у всех остальных это 1,1, это самый легкий, 1,5 DeWalt, 1,5 Makita и 1,5. Вот они все 1,5-килограммовые, это уже 1,7, а это 1,1. Немножко они отличаются. Ну, давайте по эргономике пройдемся. Здесь рукоять. Сама достаточно удобная. Реверс переключается сверху тоже. Но если честно, здесь надо два пальца для того, чтобы переключить. Здесь, в принципе, одного достаточно. Раз, 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 раз. Конечно, можно и так переключать, но удобно все-таки одним. Между прочим, у всех так. Кстати, на Metabo вот это вот тоже удобно сделано. Но здесь кнопка достаточно хорошо выходит. Здесь кнопка утоплена, и чтобы нажать ее, вам нужно в эту дырочку прям пальцем попасть. Сила удара джоуля. За Z-Track заявил 1,5 джоуля. Это, конечно, на мой взгляд, маловероятно. DeWalt 1,4. У Makita 1,2. Metabo 1,3. И самой большой мощностью силы удара обладает фистул. У него 1,8 джоуля. Опять же, смотря в каких джоулях они мерят. Некоторые мерят в джоулях по EPTA, это систематизированный стандарт измерения джоулей европейский. А некоторые в своих джоулях, вот как, например, в амперах своих китайских мерится, да, вот этот перфоратор Z-Track. Так примерно, наверное, и в джоулях надо также измерять. Скорость вращения 1400 у Z-Track. Кстати, стоит обратить внимание, что от скорости вращения тоже достаточно будет хорошо зависеть бурение, не столько от силы удара. В первую очередь от ведения шама будет от скорости зависеть, потому что да. Частота удара и сила удара – это именно скорость бурения, а от ведения шама, соответственно, перегрев бура. А на маленьких бурах, как правило, от ведения шлама очень играет важную роль, потому что, как правило, если используешь дешевые буры, ну, например, с двойной спиралью, да, она с обычной спиралью, они забиваются быстро. Двойная спираль, если ты используешь фирменные буры, они очень хорошо отводят шлам. Тут не нужно прочищать два раза канавку, чтобы... А эти перфораты, если вы загнали, и они, дай бог, там застряли, вы уже обратно его не вытащите. Бур останется там на веки веков. И тут еще, знаешь, самое интересное. Этот заявляет, китайцы заявляют, мы 20 миллиметров даем диаметр бурения. 20, Карл, я не знаю, хорошо. Metabo дает 16. А самый большой и... Ну как, большой, наверное, после Z-Track дает фистул 18 мм. Вес без АКБ актуально, я перевешивал. Проверял, да? Да, это прям вот занесено по факту. Но мы должны понимать, Юр, мы же все-таки работаем с АКБ. И, как правило, это будет, наверное, чтобы работать весь день, скорее всего, пятерка. Но по факту лучше всего, конечно, использовать, наверное, для этих малышей двойки. 2, там 3 ампера, что-нибудь такое, чтобы легко было. Но вот по факту с пятерками надо попробовать перевесить. Давай, наверное, достанем весы.
1747. 239. 234. 238. 261. Дизайнеры корпоратора Метаба — это фанаты Гелендвагена. Почему? Потому что квадратные, рубленые все углы. Посмотри, он реально рубленый, как этот. Давайте вспомним, как выглядел Хитачи 15 лет назад. На кроссовок похож был, а что? Очень даже был революционный дизайн для своего времени. Не знаю, он такой был. Это же, опять же, это все вкусовщина. И мы как раз, Юра, об этом сказали, что кому-то нравится квадратный, кому-то нравится обтекаемый. Это такая... А почему нету Hilti Bosch? Нету Hilti, потому что в жопу Hilti. Нету Bosch, потому что у Bosch какая-то модель древняя, средневековая. Она очень устаревшая, ее давно уже нету. Ее в продаже, в принципе, нету. Хер ее найдешь. Нету AEG, потому что AEG — это шлак. 12-вольтовая, потому что у нас 12-вольтовая AEG, Milwaukee, в принципе, нету. У них нету 18-вольтового легкого перфоратора, сразу и то, и другой шлак. Не подходит для наших. У нас 18-вольтовый инструмент. Если мы будем тест 12-вольтовых перфоратора, тогда мы возьмем 12-вольтовый Метабы, 12-вольтовый Milwaukee. AEG мы не возьмем, потому что с AEG мы, в принципе, не работаем. Поэтому все, две модели тестировать смысла нет. 670. 673, нормально, соответственно. У нее заявлено 680-673, соответственно. 730. Четко. То есть кажется, что он быстрее крутится, да? 1050. 1060 заявлено. Ну, 1055-1057. Да, да. Нормально на самом деле. И, блин, и знаешь, что самое интересное, что мы думали, что наш прибор немножко подганивает, когда болгарка, все время несоответствие по болгаркам, какое-то колоссальное шло. Нет, здесь с перфораторами все соответствует. 650. А заявлено, мать твою. 1400. 1400 оборотов. 1400, Карл. Так, это все. Надо. Может быть, у него, слышишь, какой-то при нагрузке раскрывается двигатель. Может, обкатку не прошел еще? 1080. Ну, 1100 заявлено. Молодцы. Нормалек. Сейчас попробуем замерить вибрацию. Я буду брать два перфоратора с одинаковыми бурами. 12 у нас Milwaukee. И чисто десятки индивидуально проверять, насколько они сильно друг от друга отличаются по уровню вибрации. Уже достаточно. Да видно, блин, левая рука. Вот это вот прям в два раза больше долбит. Ну, в плане того, что он намного сильнее отдает в руку. А теперь давай сравни один из этих на сравнение. Метабы даже больше. Тогда Makita и DeWalt, потому что Makita чутка помягче. Помягче? Нет, ну тогда лучше мягкость с мягким сравнивать. Ну вот так, да, мягкость с мягким. Makita помягче. А знаешь почему? Может, из-за того, что у нее меньше ударов в два раза почти что. И отсюда и меньше вибраций. А теперь самое главное. Нет бурения, нет вибрации. Для тех, кто любит, анонизм. Иначе это не назвать. Да. Итак, по уровню комфорта, Юр, по мягкости вибрации Z-Track вне конкуренции проиграл. Потому что... проиграл. Нет, по уровню комфорта и мягкости вибрации Z-Track, потому что он не бурил и он не вибрировал. То есть ты думаешь, что там забыли поставить поршень, да? И, нет, нет, туда нет, что-то поставили там, но... Угу. Но там что-то... Вот так, так вот. Такой сидит китаёнчик такой, тык-тык-тык-тык пальчиком. Ну давай из нормальных перфораторов тогда что у нас по комфорту, по мягкости? По мягкости Makita. Makita мягче. Следующий, второй по... DeWalt. DeWalt, после DeWalt. Metabo, Festool. Festool последний, потому что на Кэрисе он все самый мощный. У него 1,8 сила удара. Естественно, что 1,4 и 1,3 это намного слабее. Нам дальше интересно узнать, насколько они эффективны в плане бурения, потому что, собственно говоря, для чего их и берут, и как они быстро справляются со своей задачей. Это будем на независимом испытательном стенде, который мы собрали своими руками благодаря Юрию. Мы сейчас попробуем это все делать. Юрий, когда ушел и вернулся, здесь вот это уже все так было, и я некоторое время даже изучал. Ну, хоть раз-то надо его использовать. Почему? Мы каретку еще не использовали, но эту систему... Кстати, ребята, будем использовать бур номер 10, который мы... благополучно распечатали, он идет четырехспиральный, достаточно высокая у него эффективность, и скажу сразу, что вот будут, наверное, некоторые говорить: ребята, вы там взяли бур,
просверлили одно отверстие, потом вторым перфоратором начали сверлить отверстие. Бур уже не новый. Ребят, бур так быстро не изнашивается. Для того, чтобы он хотя бы чуть-чуть протупился, нужно 400 отверстий. Тем более мы сейчас используем не железобетон у нас, это не там прям какой-то М400 бетон. Это просто бордюрный камень. По сути, это легкая нагрузка для перфоратора. А бур у нас как раз-таки это МХ4. Ну да. Сделан в Германии. С конкретной башкой, с, хороший рабочий бур. Кстати, с этим, с сертификатом и как он там, господи. Угу. От забыл уже, как называется. Сертификат ЕП. Сертификат. Кто помнит? Ну быстро, давай. Нет, сертификат. GPM, блин. PGM. О, PGM. Ваше здоровье. Ребят, у нас точных данных не будет. Где-то 17 или 19 уже на видеомонтаже посмотрим примерно. Ну, примерно вот 18 секунд, как мне говорит Петр, было. Так, фиксим, значит, значение. Где отбыли сверление? Я не сказал про сборку перфораторов. Все сделаны перфораторы в Китае, кроме перфоратора Фестул, он сделан в Чехии. Очень сильно подозреваю, что это в Чехии производила перфораторы компания и для DeWalt в этом же, на этом же заводе. Возможно, это компания, которая производит Fine. Может быть Fine, может быть, короче, какая-то контора, которая и DeWalt тоже делала в свое время. Раньше, помнишь, DeWalt-ские перфики тоже в Чехии собирались. Они, скорее всего, одна и та же производственная база была. Да, я помню только Китай. Я единственное, знаешь, что не понял, Юра? С какого рожна вот этот перфоратор 30-ку стоит и чем он хорош? Вибрация у него высокая. Показатели по скорости бурения ни на одном из буров не показали рекордные. То есть на восьмерке он 22 показал, как тот же самый, почти что как, ну, между Митабо. У него комплектация. Ценник я указывал с комплектацией, которая идет с одной батареей. Это я не знаю, акции. Сильно влияет он это или акции. Нет. Я уже это говорил вначале, да. То есть стендер как бы это 5 рублей, да, по сути дела. Но опять же, Митабо, на мой взгляд, тоже. Лидер в этом тесте сегодня, DeWalt. Ты тоже, да, об этом подумал? Вообще, это он сразу. Первое, он самый мягкий перфоратор. Он, на мой взгляд, самый эргономичный, удобный. Я его в руках подержал, и он реально самый удобный. Во-вторых, он показал рекордные данные по скорости сверления на диаметре восьмерка. И ты будешь смеяться, Юра, он рекордные данные и на 12-м буре показал. Он сродни с фистулом, но опять же, у фистула сила джоули 1,8, сила удара джоули, а у этого малыша 1,4. И они явно, эти 1,4, мощнее, чем 1,3 метабовский. Он явно. Стоит с ручкой или нет? И он стоит с ручкой, молодцы какие. О, кстати, вот это очень тоже важный показатель, смотрите. Митабо стоит с ручкой, фистул стоит с ручкой, Митабо не стоит, он падает, неудобняк. Может быть, с другим аккумулятором он там еще как-нибудь, да, но он почти падает. Слип-пауэр он будет стоять. Макита.
Здесь прикол в чем, что они вывели высоту рукоятки с высотой 5-амперной батареи. И за счет... Нет, она прям... Падает. Да, падает. Этот... Оптимал, да? Он прям вообще оптимально. Я его... Ну вот еще... Тут два слова скажу. Ладно, он и Festool стоит. Z-Track самый худший показатель по скорости сверления восьмеркам в три раза хуже всех, по сути, показался. Двенашка в два раза хуже всех. По сути, перфоратор на 4000 рублей only for home using. В комплекте с одной батареей и в чемодане за 4500. Это реально дешево, но это кирпич. Максимум. Юр, ну знаешь, это так, это вот бросить, короче, дома у бабушки, чтобы вот картину раз в год повесить и все. И не заморачиваться там с проводами, ты такой раз, блин, реально пробурит, он будет три раза дольше бурить, но он пробурит, но если вы рассчитываете что-то сделать, если у вас будет 10, больше 10 бурений в год, больше 10, берите что-нибудь нормально. Если бабушка хорошо пишет картины, а что мне понравился вот этот переключатель? Мне тоже понравился, он очень удобный, эргономичный, раз, вот смотри. Просто взял его под пальцем. Даже если ты вот здесь вот держишься, вот у тебя раз, бок-бок, все, удобно. Эта площадка, я заметил, она самая удобная. Ручка, ну, и вот эта часть тоже вот интересная. Нет, вот здесь невнятно. Вот это косяк всех перфов, вот, которые мне попадались. Вот этот переключатель, он очень невнятный. Он как-то щелкнул, потом продолжает играть. На, попробуй вот здесь вот в перчатках, сейчас переключи реверс, вот здесь вот. Ты вот просто переключи в перчатках. Он утоплен вообще сюда, но его неудобно. Он фиксируется, и он доводится сам. Его потянул, и он щелк, и довелся сам. Ну ладно. А опять здесь щелк и люфт. Вкусовщина, наверное, скорее всего. Но... Юр, мы знаешь, что забыли добавить? Ребята из DeWalt, если насока? Нас слышите, доработайте вот эту штуку. Да кто нас слышит? Это мы так для себя снимаем по локально, по этому, по району смотрят, пацаны. Самый любимый всеми монтажником перфоратор, он очень мощный по серии ударов. Какое, прошу прощения? А, это 263, это вообще топ, блин, это прям бомба, я думал, 133 мы протащили. 263 это самый силоударный, самая топовая. Интересно, за какое время просеет перфоратор? Ну, это 263, это самый топовый из горизонтальных перфораторов. И самый, кстати... Фирменная фишка из пазов выскочила. Да хрен с ней. Он самый мощный из горизонтальных, он сродни с, по мощности с сетевыми аналогами с 25-144, скорее всего, где-то так. Кстати, обратите внимание, что на всех перфораторах малышах два режима используются. Режим сверления и режим сверления с ударом. На данных инструментах используются уже три режима сверления. Ой, три режима сверления. Что за хрень? С ударом. Чего непонятно? Он не алло. Не работает? Да. Да ладно, прохладно. Воткнули, реверс включили, нажали. Индикатор моргнул, и ни хрена не произошло. Переключаем на сверление. Может, батарею разрядили, нет? Ой-ой-ой. Погоди. А у нас фрикс еще сделан, давай. Но 18 вольтовый я уже проверил. Мы ему сейчас просто высокий ток дадим, нет? Он моргнул. Чего с ним? Кто моргнул? Да ладно. Короче, это отличная суперская модель, когда она работает. Да не, ну не может быть что, не резь. С коробки только при вас его распечатали, достали. Вспомни импакт, который я достал с коробки и распечатал. А что там было? Ну короче, ребята, одна проблема у DeWalt есть. У вас могут попасться перфораторы, которые работают. Благо, когда вы покупаете в нашем интернет-магазине, мы их все проверяем перед отправкой. Проверяем, да. Вот, и вы видите видеозапись заказа. DeWalt, бля, как мы хорошо. Знаешь, как он красиво взлетел и как красиво шлепнулся DeWalt у нас. Ай, сука! Блин, ну что такое, ну... Слушай, тогда давай, по-моему, раздобудем какой-нибудь, наверное, DeWalt сейчас. Давай 133-й перфик. Бонус от нас специально. Вы хотели узнать, а за сколько времени просветит 133-й перфатор, который является одним из самых ходовых? Ну что, очень любопытный результат. На первом буре восьмерки он сделал 15 секунд. Конечно, самое забавное, что мелкий перф сделал 17. То есть это не сильно отличался результат. То есть на мелких бурах выгодно брать маленький перфоратор, потому что он легкий. До 6-8, ага, там до 10. Если у вас буры будут от 10 и выше, то лучше брать вот этот перфоратор, потому что он, по сути, сделал работу за 31 секунду. Ну, не так сильно. На 40 секунд получается... Примерно на 40 секунд малыш и на 31 секунду вот этот, на 30% разница.
Но на самом деле показательные достаточно мы сделали тесты и поняли, что перфораторы на некоторых, например, на маленьких бурах эффективнее работают, а на больших имеет бурах смысл, похуже. Конечно. Какие-нибудь небольшие монтажи, рекламные конструкции, что угодно. Человек на леса залазит, нужно пробурить какой-нибудь там то же самое 6 на 80, там на дюбель гвозди что-то позаколачивать. Только так. Маленький, компактный, повесил, полез. Ну что, спасибо большое, что посмотрели наш самый, это, наверное, был, наверное, самый объективный тест перфораторов, аккумуляторов вообще. Не, еще напишет, почему не объективно. Через жопу сделали, все как обычно, мудаки конченые. А если вам тест понравился, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на наш канал. И нам будет очень приятно, если вы напишите ваши пожелания по поводу тестирования других аккумуляторных перфораторов. Может быть, мы их учтем, может быть, их пожелания исполним. С вами был Юрий, с вами был Николай, папа Карло. Всем пока. Пока. А, погоди. Погоди, вернись. У нас сейчас на сайте акция, 10% скидка действует для тех, кто покупает и оплачивает на сайте. И сравните цены, просто попробуйте, проанализируйте, может, это будет очень выгодно. Да, теперь пока.